Ну, на МКАДе тоже движение не очень плотное, движение свободное. Это ситуация второго апреля. Свободное движение по МКАДу. Людей на МКАДе не бывает, чтобы кто-то прогуливался. Поэтому неудивительно, что людей не видно, только автомобили. Двигаемся в Люберцы. Лесинское шоссе. Ну, тоже людей не видно. Движение совсем слабое. Заторы только на светофорах.
Остановки пустые, автобусные. Но поток встречный довольно-таки плотный, автомобильный. Но светофор собирает такие пробочки. Автобус, пустой автобус. Да и тот он поворачивает тоже. Пусто. Пусто. Это не Люберцы. Очень красивый город. Заторы только на светофорах. Все автомобили припаркованы возле домов. Thank you.
Я не понял, метро закрыто, что ли? Несколько человек на автобусной остановке. Так, автобус пустой. Картина грустная. На радио Монте-Карло. Единицы передвигаются. Пусто, пусто. Все сидят по домам. Люберцы красивые, Химки красивые, город и Люберцы. Ну, вот и все, картина понятная. Люди сидят по домам.